Фидель Кастро, который в последнее время не часто появляется на публике, пообщался с папой Римским Франциском. Понтифик посетил резиденцию 89-летнего лидера кубинской революции в рамках поездки на Остров Свободы. Сообщается, что беседа, в которой участвовали супруга, дети и внуки команданта, проходила в непринужденной обстановке. В конце хозяин дома и его почетный гость обменялись подарками, книгами религиозной тематики. К слову, исторический визит понтифика на Кубу вызвал ажиотаж и по другую сторону Атлантики. 130-метровый портрет Фиделя Кастро, посвященный нынешней поездке папы, появился на одном из полей Италии. Для его создания автору пришлось в буквальном смысле пахать около 9 часов.